Ладно, погнали, попробуем догнать свою газонокосилку. Ой, газонокосилка, прощай! Я поехал вниз. Газонокосилки, езжай! Оу, сальту! Серьезно, 93 кости уже сломал. Всем привет, ребятки, я на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, и мы продолжаем играть с вами в Roblox. Это разрушитель костей, назовем его так. Но на самом деле его все называют, как его называют? Ох, май гаш, сколько я там, 92 косточки уже сломал. У меня новая карта, ребят. Сейчас попробуем сломать еще пару костей, давай головой. Ох, хорош, 129, 134. Да, это антистресс в Roblox, ребят. Так, мы набрали с вами 8867, что ли. Так, я обещал, кстати, я вам хочу показать. У меня есть новые всякие фичи. Во-первых, есть... так, как это использовать? Вот, и кто бы знал. Давайте попробуем использовать парашют. Короче, я бегу, прыгаю и нажимаю вот, Shift, и я на парашюте, смотри, спускаюсь. Отлично! Отлично, упал, но это, мне этот парашют ничего не дал. Также у меня есть крюк, который мы тоже можем с вами использовать. Давайте попробуем, ох, как меня крутит, вертит. Ты посмотри, что происходит, давай головой. О, нет, головой не получилось. Давай еще разочек, пожалуйста, робоксик, головой. Ну-ка, вот. О, хорош, 121 кость я сломал, да. Это не так много. На самом деле у меня рекорд, по-моему, 150 костей. Рекорд, да, вот рекорд, точно. И по деньгам 16 тысяч аж. 16 тысяч. Так, у меня еще есть вот такая вот штуковина, на которой я могу кататься. Так это газонокосилка или... Ух, подожди, надо выйти из нее. Знаешь что, давай поменяем, возьмем какой-нибудь крюк. Где? Вот здесь. Есть какой-то у меня вот такой шарик, и есть крюк. Давайте попробуем, как этим пользоваться, я не знаю. Но сейчас посмотрим. Так, будем садиться? Да, давайте сядем. И погнали. Поехали! А, нет, она сигналит, она еще сигналить умеет. О, вот крюк. Смотри, я крюком могу зацепиться вот так. Сейчас. Нет. Ах, давай, быстрей. А, почему он крюк туда цепляется? Ладно, погнали, попробуем догнать свою газонокосилку. Ой, газонокосилка, прощай! Я поехал вниз. Качусь, верчусь. Давай. Ах, хорош. Ударился крюком. Хоп, цепанемся. Хоп. Ох, дернулся. Но это ничего, что-то я не понимаю, как крюком пользоваться. Может, как-то и можно? Но пока непонятно. Ладно. Короче, 183 тысячи у меня, да? Сейчас сколько? 136 костей, тем не менее, я сломал. Хотя падал, мне кажется, я намного меньше. Опа, прыгаю. Вот, шарик. Ох, лопнул. Все, я полетел. Шарик лопнул, я полетел. Так, а это не цепляется. Смотри, она не цепляется. Давай. О, головой, видимо, когда так экран, это головой мы падаем. Отлично. Крутись, вертись. Давай, бам, еще раз головой, 112 костей, 121 уже кость сломал. Цепляйся. Нет, не цепляется, крюк не цепляется. Оу, 146 костей, отлично, 146 костей, это немало, между прочим. 8674 я заработал, отлично, ребят. Так, давайте купим, что я, не обещал вам купить, вот. Давайте купим вот это за 200 робаксов, или как она называется. Так, открываем ее. Значит, здесь, play, 940 метров, выбираем эту карту. Давайте, да, пусть будет огромный забег. Пошли смотреть, что это за карта, ребят. Новая карта. Давай глядеть, разбежались. Ху. О май гаш, что тут творится? Ой, шарик лопнул. А это даже не цепляется, как ее. Давай, 74 уже кости сломали. Ух, по-моему, он у меня стал крутиться как-то сильнее, да? Я его прокачал, и он у меня стал крутиться. Ну нет, я упал. Я даже не долетел. 296 метров всего лишь пролетел. Да, карта еще не прогрузилась, наверное, толком.
Давайте попробуем еще разочек разогнаться. Ох, сколько мне бежать здесь. Давайте попробуем вот в эту сторону прыгнуть. Так, хорош, да, отлично. Все, покатились, поэтому давай, вот, хорош. Сколько мы, да, можно было парашют здесь включить. Но я его, к сожалению, не активировал. Гаш! Вот это дырень! Ого-го себе! Вот это отверстие 69 костей, ребят! 940, я аж начал заплетаться, и у меня язык. 940 метров! Серьезно, 93 кости уже сломал! Это головой я ударился, похоже! Ты посмотри! Да, я голову себе, наверное, сломал! Ты видал, какой был удар! Вот так! 139 костей, ну головой это было, наверное, нечто. Да, есть! Головой ударился, 17 тысяч. Давай, респаун, 13 тысяч, да, отлично. 13 тысяч, 17 тысяч, это у меня рекорд получается. Ой, я не выбрал, подожди, давай уберем. Давай выберем парашют, как выбрать парашют, вот. Как шарик убираю, вот, как это работает, непонятно. Короче, второе, первое. Ладно, давай парашюты выберем. Вот. Побежали. Попробуем еще разочек. Еще разочек вот в эту сторону прыгануть. Вот это отлично. Вот это прыжок. Раз, два, три кости сломал. Ой-ой-ой, я промахиваюсь. Хорош ударчик. Еще хорош. Полетели вниз теперь. 62 кости. Это хорошо, но сейчас, наверное, голову мы уже себе не сломаем, так как сломали тогда. Ну, попробуем костей побольше поломать. 101 кость уже сломали, это хорошо. 120 костей уже, ребятки. Это новый рекорд, похоже, сейчас будет, нет? Давай посмотрим, возможно, новый рекорд. 30 костей уже крутим, вертим. Давай головой, нет. Давай, падай дальше. Падай, 135 костей, отлично. Отлично, самого дна достигнем, нет? Пау! 141 кость. Ну, не так-то и много. Так, прокачаем. Значит, что? Качаем кости, наверное, да? Брикс, это кости же у нас, нет? Да, вот это качаем. Не знаю, что это нам дает. Может, мы сейчас больше костей будем ломать? Давайте садимся на свою газонокосилочку и поехали на ней, разгонимся. Сколько скорость? Давай, езжай, сейчас попробуем на ней. Ух, полетели. Отлично, что происходит, как меня крутит. Все, я выпал из нее. Эй, нет, только давай ты будешь кости себе ломать. Ой, отлично, 60 костей. Отлично. 115. 115 костей и чего? А что так мало-то? На газонокосилке проехаться. Так. Газонокосилка, что с тобой? Что с ней? Она застряла. Эй, что с тобой? Поехали, алло. Езжай. Смотри, смотри, что происходит. О, она выехала, отлично, она... О, мы врезались в эту преграду. Все, гоним, давай, на газонокосилке. Я не вижу, куда еду. Что такое? Залез, врезался в табличку. Так, надо его сейчас поставить, я просто хочу на его лицо посмотреть, как он будет орать. Мы можем лучше, давай! Газонокосилки, езжай! Сальтушки полетел делать! Отлично! Вышел из строя! Ничего себе! Я не могу с нее выйти, что ли? Я прицеплен? Эй, что такое? Серьезно, мы застряли? Садись! Я могу сесть за нее и дальше ехать! Ого-го-го, как меня колбасит! Ты посмотри, руки-ноги, все перекрутилось! Ха-ха! Опять вышел из строя! Я на ней сижу!
Я не могу ей управлять, или могу? Все, вылез с нее, смотри. Еще бы было бы эпично, если бы она взрывалась, эта газонокосилка. Бах, в конце, вообще было бы круто. Ох, 106 костей. Отлично. Отлично. 123. Давай, 126. О, газонокосилка нас обогнала. Она летит. Нет, мы ее обгоняем. Обгоняем, обгоняем, обгоняем. 132. Хо-хо, я на рядом. Мы еще и можем сесть на нее. Еще и тут внизу покататься. Ха-ха. Давай наверх, сможем заехать, нет? Эй, давай, езжай. Езжай, Роукс. Было бы тут выезд наверх, вообще было бы круто. Нет, все. Вот так и будем в газонокосилке сидеть. 26 тысяч, у меня 37 левел уже, ребят. 26 тысяч не ожидали, вот это крутяк. Ну-ка, давай вот это купим за 200 баксов, за 200 робоксов. Что это нам даст? Купим, посмотрим. Окей, побежали. Побежали. Поглядим, что это такое вообще. Что это нам дает? Разбежимся, может, денег больше будет давать нам, а? Вау, отличный прыжок. Давай посмотрим, может, мы больше денег сейчас будем зарабатывать, ребят. Поглядим, не знаю на самом деле, что это. Сейчас мы поглядим. Давай, хорош. 61 кость. Ну что-то мало, 72, 86, вот сейчас более-менее. Но обычно мы к этому времени уже 100 с лишним костей ломали, когда хорошее у нас. Ой, давай головой вниз, вот так, вот так, вот так. Ау, 138, отлично. Отлично. 139. Эй, а чё сейчас-то не сломали? Чё сейчас-то не сломали? 142. Так, и что с деньгами? 17. Да, кстати. Кстати, да, мы сейчас, по-моему, стали больше зарабатывать, я так понимаю. Ну-ка, еще разочек давай, допустим, бежим. Бежим, 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 бежим. Проверим. Проверим просто. Но это всегда так будет или нет? Всегда мы будем больше зарабатывать. О, хорош! Вот это будет удар! Вот это будет удар! Ау-ау-ау! Нет, нет, это мало. В прошлый раз у нас тут уже 80 костей было поломано. А сейчас всего 73. Нет, 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 что-то. Что-то плохо! Что-то плохо! Ау! 103! Ну так, так себе. 121, ну пойдет, в принципе. 124, 126, 133. Так, и что по деньгам у нас? Что по деньгам? Да, да, 17400. То есть мы сейчас стали зарабатывать с вами в два раза больше, да? Ох, я прыгнул не в ту сторону. Не в ту сторону, ну да ладно. Полетели. Полетели об стеночку. Вот здесь хорош, 44, да, вот здесь, по-моему, по этой стороне, если летать, то тут больше можно костей ломать. Ох, ох, скорость, скорость, хорош, 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 летим, 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 летим. Давай, давай, головой, ну нет, ну почему ты головой не ударился, а, я же направлял тебя вроде бы. Я его вроде направлял, но как-то не направил, в общем. 133 кости. 133, ребят. Ладно. Чё по деньгам? Да, также 17500. Отлично. Отлично. Короче, получается, что все наши очки умножаются теперь. Ну что ж, ребят, давайте на этом заканчивать тогда. Ставьте лайки. Давайте наберем 3000 лайков, и я открою вот эту карту за очень много там робоксов. 400 робоксов, по-моему, она стоит, эта карта. Давайте попробуем набрать 3000 лайков под этим видео. И обязательно я наберу. Ой, наберу, говорю. Куплю эти карты. Ох, это что такое было? Это что такое было? Опять я сломал, короче, видимо, то ли голову, то ли шею, то ли что-то все вместе взятое. Непонятно, ребят. Давайте. Пау! Отлично. Ох, вниз, голова. Нет, голова. Не голова, а голова. Ну какая разница, главное сломать. В этой игре главное сломать, понимаешь? Не придирайся к словам. Что ты придираешься? 150 костей. Хорош, хорош. 20 тысяч. О, хорошо. Ну все.
на этом точно пока.